Это канал Клюква, меня зовут Ольга, снимает меня муж мой Алексей. И сейчас я пройду вам маленькую совсем экскурсию, чтобы вы видели, в каких условиях мы живем на море уже второй год. Нам здесь очень нравится, мы сюда приезжаем. Вот решили на память и для себя, и для вас сделать вот такое мини-видео. Это прихожая, все очень удобно. Мы здесь вешали свои сумки, сейчас мы уже все вещи собрали, уже погрузили в машину, мы уже уезжаем, поэтому вот показываю вам в чистом виде. Мне очень понравилось, как хозяева написали, вообще классные хозяева, поэтому сюда и приезжаем. Здесь очень тихо, спокойно и много детей. Мне очень нравится место для игр детей. И мне нравится вообще, как у них здесь все устроено. Вот табличка, как в нормальном отеле. Когда дети спят, мы вешаем «Просьба не беспокоить». Когда дети проснулись, мы пошли на пляж, мы вешаем «Уберите номер». Убираются каждый день, вытирают полы, протирают. И где-то, я так поняла, что по правилам где-то раз в неделю они меняют постельное белье, но у нас меняли где-то раз в 3-4 дня даже. Это наша ванна. И идите сюда, я вам покажу, что мне больше всего нравится. Я смотрела очень много разных мест, отелей, в том числе здесь, в этом городе. И даже были какие-то места, которые меня немного привлекали. Но впервые мы поехали в то же место второй раз. У нас вообще правило никогда не ездить второй раз в одно и то же место. Но мы приехали в то же место второй раз, потому что здесь есть еще и стиральная машинка. То есть вещей можно брать в 3 раза меньше. Мы живем здесь месяц, и стиральная машинка для нас играла очень важную роль, потому что пришли с пляжа, забросили все в машинку, полотенце, там покрывало, и все чистое. 3 детей у нас, и тоже это очень-очень важно, чтобы вещи всегда были чистые. Ну, здесь как бы все стандартно, туалет, полотенце меняют каждый день, хорошая ванна, душ и раковина, ну вот все, что нужно. Есть веник, совок, потому что у нас Марта постоянно мусорила, и все время можно убраться. Тапочки, халаты, ну все как в хорошем отеле. Пойдемте дальше. Холодильник большой. Мы любим ходить на восточный рынок, покупать много фруктов, овощей. И опять же, у нас большая семья, нам важно, чтобы это все умещалось в холодильник. Мы разузнали, здесь есть рядом не центральный рынок, а рынок восточный называется. Он более дешевый и на нем более хорошие продукты, потому что там продают местные торговцы, которые сами выращивают. Ну, холодильник, морозилка, в принципе, стандартно. Кухня – это просто то, что меня здесь покоряет. Возможно, в разных отелях есть тоже кухни, но здесь вот хозяева, они просто так все продумали, что здесь есть кружки, тарелки, здесь есть, смотрите, кастрюли, сковородки в большом количестве, то есть мы тут варим кукурузу, гарниры разные, есть чайник, микроволновка, в общем, все, что нужно вот для быта, вы видите, да, все очень красиво, стильно, то есть все это было продумано. В этом интерьере жить очень приятно мне, по крайней мере. И есть, конечно, газовая плита, которая тоже палочка-выручалочка. Но мы с собой еще берем всегда из дома мультиварку, она тоже нас выручает, мы с утра постоянно варим каши и всей семьей завтракаем кашами. Ну, здесь с этой стороны вы просто можете посмотреть, какая красота. И хочу вам показать, что здесь есть интернет в каждом номере отдельный, и если нужна связь получше, можно даже вытащить кабель, потому что кабель для каждого номера свой, и воткнуть в компьютер. Вот за этим столом здесь я проводила вебинары и работала в интернет. Ну, вы видите, насколько здесь комфортные условия. Ну, пойдемте дальше, я вам покажу большую комнату. Кондиционер в каждой комнате, ну, что тоже мне нравится, вот так красиво. Мне нравится, что здесь современная мебель, потому что наши черноморские курорты, они не отличаются красивым интерьером. И очень часто это такие старенькие, поношенные какие-то кровати, диваны, столы. То здесь, ну, молодые хозяева, они сами не местные, сюда приехали. И, видимо, все обустроили вот по своему вкусу, очень стильно. Очень много посуды из Икеи, и я сама люблю Икею.
IKEA, и поэтому, ну, это все вот для меня лично очень гармонично. Комод для вещей, для детских, для взрослых. Телевизор, ну, мы не смотрим телевизор, но вот мой муж, он периодически приходит с пляжа и включает, ностальгирует, наверное. У нас дома уже 12-13 лет нет телевизора, столько, сколько нашей старшей дочери. Здесь, ну, вид, вы можете видеть, что здесь есть. Сушилки для белья. У нас сушилка где-то там в комнате наша стоит. Мы сушим вещи в комнате или на крыше. Здесь есть мангал, которым можно пользоваться. Детская кроватка, это я вам сейчас покажу. Видите, стоит кроватка для других, видно, комнат выставили сюда посушить. И там вы видите в уголочке справа, это летняя кухня, где можно выйти с вином, с арбузом, с шашлыком, посидеть и отдохнуть. Вот нам это очень удобно, потому что самая младшая дочка очень маленькая, и мы их всех укладываем спать вечером, раскладываем и выходим там, сидим, общаемся и отдыхаем. Шкаф, посмотрите, огромный шкаф, здесь есть куча вешалок, не надо с собой их тащить. Если мы вообще едем на машине, мы везем все с собой, но если вы приезжаете, например, на поезде или на самолете, люди летят, здесь очень много людей, которые прилетают издалека, вообще забито постоянно, парковка забита, во дворе очень много машин, и люди прибывают и прибывают. Вот мы сейчас уезжаем, и приезжают, уже заезжают новые люди. Вот детская кровать, которую ставят бесплатно, совершенно по нашей просьбе. И то же самое кровать, и была у нас еще вторая дополнительная кровать для второй дочки. Они здесь вот комфортно тут у нас отдыхали, вот за такой красивой стеночкой. Во дворе у хозяев стоит несколько таких, ну, бэушных колясок, тростей. И когда у нас один раз сломалась коляска, мы совершенно спокойно взяли взамен своей и ходили вот с той коляской, которая во дворе стоит. Они стоят именно для гостей, чтобы гости могли ими пользоваться, за что хозяевам большое спасибо. Ну, это не рекламное видео, это просто я вам рассказываю, как мы здесь живем. Я хочу выразить благодарность Анатолию и Ольге за то, что они сделали вот такой вот отдых, все для людей. Они не стараются как-то выгадать на каких-то мелочах, а они идут навстречу. Вот, например, мы приехали впятером, а комната на 4 человек. И мы пошли, попросили Марте еще одну тарелку, еще один стакан, там ложку, вилку. Вообще проблем никаких не возникло. То есть нам давали полотенце, еще одно 5-е. Нам давали все, что мы попросим, совершенно спокойно. И мне это очень приятно, то, что люди, они не говорят, там вам что-то еще дополнительно. Здесь очень много рвачества вокруг. Это просто уму непостижимо. На самом деле здесь на курорте ничего бесплатного нету. А эти люди, они ведут себя как будто мы к ним приехали в гости. Они стараются, чтобы нам было хорошо. Поэтому мы сюда приехали второй раз, и я думаю, еще приедем. Местоположение вот нашего проживания мы нашли. Первый раз это на букинге место, уже сюда приехали. И второй раз уже мы приехали, конечно же, звонили хозяевам напрямую. Местоположение. Мы находимся, я точно знаю, 2,5 километра от моря, потому что у меня есть приложение на айфоне, и я его включаю, когда мы идем на море, чтобы промерить, сколько километров мы ходим. Но мы выбираем это осознанно, потому что здесь очень вкусная еда, всякие восточные сладости, помидоры, арбузы. И мы специально выбираем такое расстояние от моря, получается 5 километров туда и обратно. Иногда мы ходим 2 раза, иногда еще 3-й раз мы идем в центр, тоже примерно 2,5 километра, чтобы в парк с детьми гулять, для того, чтобы держать себя в форме, для того, чтобы много нахаживать каждый день. И я вот уже второй раз я еду из отпуска, я чувствую, что я, ну, подтянулась, что у меня уходит лишний вес. Осознанно не брали весы в этот раз с собой, чтобы приехать домой и посмотреть, сколько ушло килограмм. В прошлом году мы приехали минус 5 килограмм, при том, что вот я лично, при том, что вообще ни в чем себе не отказывала. Ну, в этом году я думаю, что тоже цифра будет где-то такая же. Если вам понравилось то, что я вам рассказала, чем я с вами от всей души поделилась, то ставьте лайк под этим видео и поделитесь со мной в комментариях, где вы отдыхаете и что вам там нравилось. Ну а сейчас пока!